Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем здравствуйте! Выполню задание номер 104. Определите, какая часть фигуры закрашена на рисунке 30. Запишите ответ разными способами, если возможно. Итак, посмотрите, под буквой А сначала посчитаем, на сколько частей она поделена. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. И закрашено 3. Поэтому под буквой А получаем дробь 3 шестых. 3 шестых можно сократить на 3. Получаем тогда 1 вторая. 1 вторую можно перевести в десятичную дробь. Это будет 0,5. Нам нужно было ответ записать разными способами. Мы получили 1 вторая или 0,5. Далее, Б. Треугольник поделили на 4 части. Закрасили 3, поэтому получаем 3 четвертых. Далее, В. Квадрат поделили на треугольнички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 и закрасили 4. Получаем дробь 4 восьмых. Снова можно ее сократить на 4, это будет 1 вторая. И получаем также 0,5. И под буквой Г считаем, на сколько треугольничков поделили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 поделили, закрасили из них 6. Дробь 6 восьмых. Можно сократить на 2. Получаем 3 четвертых. 3 четвертых. Мы знаем, чтобы обыкновенную дробь перевести в десятичную, нужно числитель поделить на знаменатель. Поделим 3 на 4. Берем по нулю сначала. Сюда приписываем нолик. 30 на 4 по 7. 7 и 4 – 28. Находим остаток 2. Приписываем 0. 20 делим на 4. Получаем 5. 5 и 4 – 20. Значит, можно записать эту обыкновенную дробь десятичной 0,75. И также под буквой Г. Итак, в каждом рисунке мы записали, на сколько частей поделили и сколько закрасили. И представили как в виде обыкновенной, так и в виде десятичных дробей. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!